Так. Нам предлагают сюда сформировать, поэтому нам надо вот сюда провязать столбик. Столбик. Так, да, и вот сюда мы провяжем 3 воздушные петли, соединенные соединительным столбиком. Теперь мы снова провязываем столбик без накида. Еще один столбик без накида. И снова 3 воздушные петли, соединенные соединительным столбиком. Столбик без накида. Столбик без накида. И теперь у нас здесь вот 5, обратите внимание, 5 воздушных петель. 4, 5. Мы тоже их соединяем соединительным столбиком. И вяжем 2 столбика без накида. Вот у нас что получается, какая красота. Так, прошу прощения, кстати, за освещение, которое есть. Ну вот у нас на улице как-то очень темно. Вот. И вот над этим столбиком мы формируем как раз вот эту пику. Потом мы провяжем еще столбик без накида и будем формировать 1, 2, 3 воздушные петли, потом 1, 2, 3 соединили, потом 1, 2, 3 соединили. Одна петелька подъема и 1, 2, 3 соединили. Я первый раз провязывала не совсем так, и вот в 2 последние петли нашего ножки вот этой мы свяжем 2 соединительных столбика. 1 и 2. И вот такая пика у нас получается. Вот такая вот пика у нас получается, если вязать по схеме. Но мне она не очень как-то нравится, и я ее связала немножко по-другому. Поэтому предлагаю вам тоже ее связать по-другому. Вот когда мы дошли до этой пики, давайте свяжем 2 воздушные петли, потом 3 петли, соединим 3 петли. Так. Потом снова 3 воздушные петли, потом снова мы их соединяем. И снова 3 и соединяем. И вот теперь в две петли вот в этих мы как раз провяжем соединительный столбик. И получается более вот такая, как мне кажется, аккуратная штучка. Так, пика наша. Вот, теперь мы провяжем 2 столбика и снова сделаем пику из 5 воздушных петель. Да, вот она с другой стороны уже.
снова два столбика. И уже из трех воздушных петель. Так, и снова два столбика без накида. И три воздушные петли. Делаем пику. Так, после этого у нас вот на схеме не совсем так, где-то 2, а где-то 3 пики. С одной стороны 3, с другой 2. Но я вяжу именно таким образом, чтобы было симметрично. То есть здесь очень легко получается, что над 7 столбиком мы вяжем вот эту самую длинную пику. Над другими столбиками как раз у нас получается по 3 вот этих элемента. И получается симметрично. Также я вязала вот здесь, поэтому вот в этой схемке все-таки я советую чуть-чуть переделать. Так, поэтому мы вот эту все-таки третью пику провязываем. Вяжем столбик без накида. Так, сюда столбик без накида. И сюда столбик без накида. Вот. То есть мы все столбики в предыдущем ряду, которые у нас были, мы все провязываем. На схему здесь можно так ориентироваться только. Вот. Вот сюда мы провязали столбик без накида и сделали нашу пику маленькую, первую. Потом у нас два столбика. Два столбика без накида идет. И следующая пика. Опять два столбика. В общем, вся красота у нас формируется как раз в последнем ряду. Так, вот здесь мы провязали два столбика, теперь 5 воздушных петель, делаем нашу пику, которая побольше. Так, и снова 2 столбика без накида. Так, и над центральным столбиком мы формируем нашу уже большую пику. 2 воздушных, 3 воздушных и соединяем соединительным столбиком. Потом снова 3 воздушных, соединяем. Потом снова 2 соединительных столбика в нашу ножку уже. Вот. У нас получился вот такая штучка красивая. Так. Сюда мы провязывались. Вот сюда. Теперь снова 2 столбика без накида. И снова мы с другой стороны формируем те же самые пики побольше и 2 маленькие. Опять 2 столбика без накида и маленькая пика из 3 воздушных петель. И снова 2 столбика без накида. Так, это у нас еще сейчас будет маленькая пика. 2, 3.
два, три столбика. И вновь начинаем вязать точно так же, да? Вот эти остальные наши, как лепесточки или как их назвать. Так, точно так же начинаем обвязывать. Я уже буду обвязывать без комментариев, чтобы не отвлекать вас. Вот, но они будут обвязаны точно так же. И в итоге у нас получится снежинка. Давайте продолжим. Последнюю петельку мы делаем тоже, соединяем соединительной петлей и затягиваем. Вот мы с вами все обвязали, как красиво у нас все получилось. Эту петельку на самом деле можно оставить и вешать за нее, но я думаю, что ее лучше спрятать вообще. Так-то по идее можно ставить, но мне нравится, когда висит вот так. В общем, смотрите сами. Прячутся ниточки элементарно, просто вязание. Когда она постирается, она выправится. Ой, она получилась гораздо красивше, чем это. Это я не знаю, что, как я ее вязала вообще. Так, ну я ее просто вязала быстро, меня все отвлекали, и она первая, и что-то пробовала. Получалось не очень, но здесь я уже, когда второй раз с вами вязала, я уже поняла, что где что лучше по-другому связать, и получилось как-то все по-другому. В общем, не знаю, сами видите результат. Вот, поэтому сейчас мы еще с вами спрячем ниточки и свяжем маленькую петельку.